В рейд по Хостинскому району вышли сотрудники полиции, представители казачества и члены добровольных народных дружин. В ходе рейда группы проверяли граждан, вызывающих подозрения, нарушающих общественный порядок. Сотрудники ГИБДД совместно с бойцами ОМОН проверяли транспорт лиц, подозреваемых в совершении административных правонарушений. Участковые уполномоченные в это время посетили неблагополучные семьи, а также проверили соблюдение правил регистрационного учета. Особое внимание участников рейда было обращено на соблюдение детского закона на территории города. Всего было проверено 25 человек, находящихся на учете в полиции, 110 единиц автотранспорта, выявлено 3 факта нарушения правил административного надзора. При проверке заведения общепита сотрудниками полиции было изъято 175 литров алкогольной продукции, которую продавали без разрешительных документов. Сотрудниками полиции было составлено 38 протоколов, из них 4 за мелкое хулиганство, 15 за распитие алкоголя в общественных местах. Всего в дежурную часть полиции было доставлено 45 правонарушителей. По всем фактам проводится административное расследование.